социальная жизнь в социальных сетях, даже в Facebook. Поэтому я всех приглашаю, подписывайтесь на нашу группу, мы там постим интересную информацию и в целом продвижение воспитанного транспорта в Украине, в мире, о каких-то новинках, о том, что мы делаем. Да, поэтому записывайтесь и подписывайтесь на нашу страничку «Велорух Николаев». Она будет очень приятна, мы видим, что вы подписались, мы будем отвечать на ваши сообщения, комментарии какие-то, может быть, пожелания и будущих мероприятий, какие-то, может быть, комментарии о том, что о ваши впечатления и как прошло это мероприятие. У нас очень много чего интересного запланировано на будущее. Вот, еще хочу вас кое с кем познакомить, вряд ли он возьмет в руки микрофон, но у нас появился новый координатор нашего «Велоруха». «Велорух» — это такая инициативная группа, она нигде не зарегистрирована, но она, как бы, действует на базе нашей организации «Интерфон». И вот у нас есть новый координатор, его зовут Руслан Кретов. Он ведет нашу пока что социальную страничку и достаточно активно это делает. Вот, с лагом идет «Велоруха». Да, и давайте немножко, наверное, поприветствуем. Да. Руслан Кретов взял уже буквально несколько месяцев, взял на себя бремя «Велоруха» на себя. Так, то есть, какой организационный вопрос?